Привет, друзья, это я. Я говорила в предыдущих видео, что выложу очередную вязалочку, цветочек, очень миленько, красивенько, душевненько. Поэтому в этом видео будет вот эта вот вязалка. И повторюсь, схему и вот это я сегодня выкладываю. Если захотите, заинтересуетесь, да, что понравится, напишите в комментариях. Я и описание, и схему выложу обязательно. Просто я объясняла, что это мне сложно делать, поэтому сначала выкладываю просто, чтобы вы посмотрели. И если понравится, тогда все остальное. Обязательно пишите, смотрите вязалку.